Здравствуйте, дорогие друзья! Я всех поздравляю с наступающим праздником Пурим. Я желаю вам света и добра и много-много чудес в ваши дома, в наши дома, чтобы все всегда было хорошо, как сказано Лаиудима и та ора весимха весасон вейка. Есть такой закон, очень интересный в Пурим, что кто читает Мегилат Эстер не по порядку, кто меняет порядок, то есть я вначале прочел концовку Мегилат Эстер, потом я решил прочесть середину Мегилат Эстер, потом начало. То есть я сделал такой вот компот, кашу из чтения свитка, то тот не выходит в заповеди читать свиток Эстер в Пурим. Вопрос, почему? Есть заповедь, прочесть свиток. Ну, я прочел свиток, какие ко мне претензии? Почему порядок очень важен? Потому что есть большая разница между, например, праздником Пурим и между праздником Песах. Праздник Песах мы знаем, Всевышний приходит, открывается, делает открытые чудеса, 10 казней, у грешников казни, у праведников казни нету, там все открыто, очевидно и понятно. Всевышний открывается и делает то, что он хочет, и все понимают, что это на самом деле Всевышний, ни у кого нету никаких сомнений, что происходят чудеса. Что же было у нас в Пурим? В Пурим у нас Мегилат Эстер, в ней нету ни одного раза не упоминается имя Всевышнего. Почему? Потому что Всевышний здесь скрывается за чередой разных событий и совпадений, которые произошли. И вся Мегилат Эстер, в принципе, это одно большое чудо. Любой человек, который читает этот свиток, он понимает, что столько совпадений, которые произошли в пользу евреев, они не могли вот просто взять и появиться. Конечно, это все сделал Всевышний, но он везде как бы скрывается за событиями, за разными там эпизодами, которые произошли, и он как бы скрыт. Но мы-то понимаем, что вся Мегила, весь свиток, на самом деле, это и есть одно большое имя Всевышнего. Например, вот о чем я говорю, какая вот череда событий. Давайте возьмем, например, Аман. Аман приходит в конце на пир к Эстер. Эстер его обвиняет. «Ты Аман! Хочешь убить мой народ? Ты Аман, убийца, хочешь меня погубить?» Ахашверош говорит: «Мою жену ты хочешь убить? Ее народ ты хочешь убить?» И идет, вешает Амана. Вопрос такой: Аман, ты же не знаешь, что Эстер это еврейка? Эстер никому никогда не говорила, что она еврейка. Никому никогда. Ей сказал Мурдыхай: «Не говори, что ты еврейка». Никто не мог знать, что она еврейка. Так почему такой опытный политик, дипломат, как Аман, когда его обвиняют, что ты хочешь меня убить вместе с моим народом, просто не скажет: «А я же не знал, что ты еврейка. Ты же никому об этом не говорила». Почему Аман так испугался и не нашел правильных слов, чтобы успокоить Ахашвероша? Почему? Ты же такой профессиональный политик, с таким большим опытом. Тебе говорят простое обвинение: «Ты хочешь меня убить». Так скажи: «Я не хотел тебя убивать. Ой, какая неприятная ситуация. Я тебя не хотел убивать, я не знал, что ты еврейка, ты же никому не говорила». Почему же он так не сказал? Потому что давайте вспомним, что происходило с Аманом вот в последние сутки, например. Ему говорит Ахашверош: «Иди, бери Мордыхая, своего злостного врага, и води его по улицам и кричи: вот любимчик царя». У Амана просто шок. Тот человек, который не давал ему покоя, его вот злейший враг Мордыхай, из-за которого Аман говорил, что мне вот эта жизнь, она мне прямо отвратительна, пока Аман мне не поклоняется. Он берет своего врага и возит его по городу с криками: «Вот любимчик царя». У него просто шок. Он приходит домой, собирает совет, и он спрашивает, семейный совет, он спрашивает: «Семья, друзья, советники, что происходит?» И они ему говорят, вместо того, чтобы сказать: «Аман, что ты волнуешься? Сегодня такой день, завтра, послезавтра, еще вся жизнь впереди, все будет хорошо». Они ему говорят: «Аман, ты связался с евреями? Ты связался с Мордыхаем? Ой, тебе не поздоровится, Аман». Так они ему говорят. У него шок уже во второй степени. Почему они ему не сказали: «Аман, все будет хорошо»? Потому что вот это событие, которое ввело его еще в больший шок, уже шок во второй степени. Наконец-то Аман на утро идет, одевает Мордыхая, одевает ему царскую корону. Он его одевает как царя и водит его по городу с криками: «Вот любимчик царя». Его шок растет в третьей степени, в четвертой степени его позор, его депрессия растет просто геометрической прогрессией. Затем его дочка кидает помои из окна на него и падает из окна. Его ужас и депрессия выросли еще там в 10 раз, уже депрессия в 20-й степени у него. Дочка погибает, его опозорили на всю улицу. И вот с этой депрессией он этого Мордыхая проводит, он приходит домой,
И вдруг его тянут силой на пир к Эстер. И он в этой депрессии, самый ужасный день в его жизни. И говорит ему Эстер, да ты вообще меня еще хочешь убить? Меня и мой народ. Ахашверош говорит, что? Повесить его. Он не мог ему ответить, потому что Бог ему сделал такую череду событий, что он был в такой депрессии, в таком шоке, что он уже говорить просто нормально не мог. И поэтому Аман потерял все, что у него было, и его вешают на дереве, которое он приготовил для Мордыхая. То есть череда событий, которые сделал Всевышний до этого, она привела его к тому, что он уже потерял дар речи, и он не мог нормально объяснить Ахашверошу, что происходит. Это вот череда событий, которые Всевышний специально так сделал, за которые Всевышний прячется. Он не делает открытые чудеса. Он же мог этого Амана сразу бум, и нету Амана. А он его оставил. И пускай он делает свои постановления против евреев, но потом он сделал такую череду событий, я частично ее рассказал только что, и поэтому эта череда событий привела его к смерти. Ахашверош. Была череда событий, о которой Элишам Пентусевич рассказывал в пятницу, есть видео у нас на страничке. Череда событий, которые его просто убедили в том, что Аман хочет его убить. Аман убивает Мордыхая, который спас его от заговора. Аман хочет убить его жену, и он был уверен на 100%, что Аман хочет убить его самого, поэтому он его вешает. Череда событий, одна за другим, совпадения, тут сказали, там сказали, тут сделали. Она привела к тому, что евреи чудным образом спасаются, а все их враги разгромлены, Аман здесь не повешен. Вот почему есть такой закон, что нельзя менять череду в тексте, читая сначала, серединку, там, вторую серединку, и концовку. Ты не имеешь права менять местами текст. Если ты поменяешь местами текст, ты не увидишь чудо Пуримского. Ты не увидишь, как Всевышний все специально вот так вот устроил, чтобы евреи победили, а их враги все были уничтожены. Поэтому в Пурим есть такой закон. Не меняйте порядок текста. Читайте текст по порядку. Спасибо большое, дорогие друзья, за внимание. Я всем желаю светлых дней Пурима, счастья. Нужно очень много молиться в Пурим, потому что в Пурим все молитвы слышатся, обещания Всевышнего. Поэтому давайте молиться за наш успех. И всем счастья и здоровья, всего самого хорошего. С праздником Пурим, дорогие друзья!